Итак, дорогие друзья, сейчас мы вместе с вами будем создавать маленький оркестр. Вот у меня здесь такие маленькие ложечки. Показываю, как можно играть. Смотрите внимательно. Вот так. И это, и это, и это. Очень просто. Главное, что громко и четко. Так, сейчас пойдем посмотрим. Пожалуйста. Не повыше. Ага, не повыше, повыше. А чувствуется лоб. Повыше идет руки. Так, пробуй, ты четыре. И раз. И раз. И раз. И раз. И раз. Вы еще чуть-чуть порепетируете, а я еще пару музыкантов подберу. Так, парни, кто пиво любит? Да вы парни! Парни, не даже молодец! Дай, дай! Вы не волнуйтесь! Волноваться будет! Волноваться буду я! Становитесь на сюда! Для вас музыкальный инструмент будет называться... Пивные заливные. Играть нужно так, смотрите внимательно. Ручки здесь, ножка вот здесь. И на 3-4 квадрата, говорит, сыночки, на ножки. Понятно? Приготовились. Ручки, ножку. Называться... О!
И ноточка. Играть нужно так, смотрите внимательно. Ручки здесь наверху, ножка здесь уходит. И на третьем этапе громко, громко забыть. Три раза. Смотрите, как это будет. Я надеюсь, вы не забывали. Поехали. Три, открыли. Ручки, ножку, громко. Три, четыре. А потом чуть-чуть погромче и чуть-чуть поглубже. Представьте себе, что это большущий тазик. Вы стираете его. Поехали. Три, четыре. Обратно. Мужики смелые есть? А я! Есть, просто скромные. Сейчас увидимся, что это такого крепкого. Есть, кто нам еще придет? Парни. Надо кто крепкий у нас? Мужики! Где крепкие мужики? А что крепкие? Девушки, кого вы привели? Слабенькие. Давай. Давай. Скажите. Вы как самый-самый смелый? Становитесь. И самый-самый крепкий. На стол аплодисменты. Так будем знакомиться, как вас зовут? Серега, очень приятно. Серега, аккуратно дорогу, пожалуйста. Итак, попрошу вынести самые главные инструменты для Серега. Серега, играть нужно так, смотрите. Как только я называю ваше имя, вот это Серега, стоите вот такой вот позе. Запомните, запомните. Потом подбегайте к следующей тарелочке. Смотрите, как. Потом громко выкрикивайте ноту. Ля! Подпрыгивайте, ударяйте. Thank you.